Теперь мне тебя жалко, чел. Ну-ка. Перед началом этого видео хотелось бы вам сказать, то, что... Хуль так тихо. Я взял с канала tellblog.net. Приятного просмотра. Еще хотелось бы вас попросить подписаться на мой канал и поставить этому видео лайк. За словом в карман, с вами Нилзман. И сегодня мы расскажем о Лиске до того, как она стала известна. Че так тихо, блядь? Итак, Елизавета Нерет, более известная как Лиска, родилась 27 мая 1996 года в городе Чайковском, что в Приморском крае. В раннем детстве в Пермском крае Лиска ходила в хоровую музыкальную школу, попутно играя на различных инструментах. Сначала пыталась овладеть скрипкой, однако единственный на всю школу преподаватель по данному классу переехал жить в другой город. Поэтому девочка начинает обучаться игре на фортепиано. Со временем у Лиски, или же Елизаветы Нерет, пропал интерес к музыкальной школе. В детстве Лиска часто ездила отдыхать в южные страны со своими родителями. Короче, это что, пересказ моего Аскафема? Однако, когда Лиска была подростком, семья распалась из-за проблем с алкоголем у главы семейства. С матерью... Блять, мне было 3 года, когда это произошло. Тоже сложились весьма натянутые отношения, из-за чего наша героиня воспитывалась бабушкой. Но... Несмотря на то, что в школе к Елизавете относились хорошо одноклассники, девушка принимает решение бросить 10 класс и поступить в колледж. Это напоминает мне Масик, типа, ушел после 11 класса, работаю в Макдаке, после 9-го видеоблогер. Свой первый канал на Ютубе зарегистрировала в январе 2011 года. Нет, у меня же второй. Елизавета начинает записывать свои первые игровые видео по Майнкрафту. Мои первые игровые видео были по Battlefield и Call of Duty. Потом у меня было, типа, да, Майнкрафта, вот это было. Доте, и даже получают какие-то деньги за своих летсплеев. В качестве никнейма молодая особа выбрала просто Лиска. Так... как многие не могли отличить, девочка она или мальчик. Хотя, потом все равно находились люди, которые думали, что перед ними парень с женским именем. Самую же первую известность Лиска получила, когда начала общаться с... Ой-ой-ой, извините, это была история Лиски до того, как она стала известна. Блять, ну окей. Хоть бы постарался. Мне вот так жалко, я сейчас буду плакать. Эй! Hey.